بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، достоверном хадисе в сборнике имама Бухари приходит следующий хадис. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين فأشار بالسبابة والوسطى. В этом хадисе говорится, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я и тот, кто будет опекать сироту, как эти два пальца». То есть показал указательный и средний палец вместе и сказал, что «я буду с таким человеком в раю», обозначив этим самым близость. То есть человек, который опекает, помогает, ухаживает за сиротами, будет рядом с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, в раю. А вы знаете, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, будет занимать самую высокую степень и самое высокое положение в раю, то есть джаннат аль-фирдаус, самая высокая степень и самая значимая. В действительности, огромную награду человек получает за то, что он опекает, помогает, ухаживает за сиротами. Ведь Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в Коране, суре Бакара, 177 аяте говорит: «Лейса аль-бирра ан туаллю вуджухакум кыбаля аль-машрики валь-магриб, валякинна аль-бирра ман аамана биллахи валь-яумиль-ахири валь-малаикати валь-китаби валь-набийин ва атал-мала аля хуббихи зауил-курба валь-ятама». В этом аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Не является благочестием то, что вы поворачиваете свой лик, то есть поворачиваете свои взоры в сторону востока или запада. В действительности является благочестием то, что вы уверовали в Аллаха, в судный день, в ангелов, в Писание, в пророков и давали, то есть расходовали из своего имущества, несмотря на то, что вы любите его, своим родственникам и ятимам, то есть сиротам». Обратите внимание, Аллах Субхана ва Тааля описал важность имана, то есть, да, поставил его на первую степень. То есть благочестие для человека – это уверовать. После столпов имана, или после того, как иман человек будет полноценным, из деяний самое важное для человека является это расходование своего имущества во благо, то есть помогая своим близким родственникам, а также и опекать ятимов, то есть сирот. И это действие является очень важным, и получает человек награду за совершение этого действия. И пусть Аллах Тааля примет от нас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.